вы почему не уменьшаете объем платных услуг на следующий год, тем более, что к минимум первого квартала. Планируете. Да. Работать клубная система не будет. А вы план оставляете. То есть они за счет чего? За счет того, что у них народ пойдет как сумасшедший, или что? Да никуда народ. Никуда не пойдет, конечно. И эта ситуация продлится в лучшем случае до конца лета следующего. Будем корректировать. Так а вы зачем изначально закладываете деньги в бюджет, если вы понимаете, что вы их не соберете? А план вы доведете до руководителей учреждений. Будете, извиняюсь, спрашивать с них за это. Я предлагаю уменьшить. Они в период ковида дни рождения будут праздновать. Нет, я предлагаю уменьшить план по платным услугам на 200 тысяч. План-то надо же. После выборов зашел в Белоярский клуб. Подарили компьютер, не могут установить. Вот депутат Шерепов подарил бракованный компьютер. Депутат Калинин старый подарил предыдущим созывам, а я бракованный. Захожу. Это надо было не говорить, понимаешь? Если ты подарил бракованный, значит бракованный, так и говори. Да, 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 помолчи. Бывший, но он рабочий. Нет, постоянно. Запустили, там надо было программу, я сына привез. Дело не в этом. Председатель, вот вы были люди дела в Белом Яре, а что право не зашли? Стоят такие столы и скамейки вот такие. Я говорю, а это для чего? Вы что тут свои награды обмываете? Нет, это для платных услуг. Вот здесь можно и похороны проводить, и день рождения, и это. Я так вышел, ошалело. Потом мои агитаторы говорят, так они вот в ковид этот родственника заведующий сюда пустила, день рождения, говорит, в интернете выложено. Я тут вообще присел. А мы сейчас говорим вот про платные услуги и добавить это. А как их выполнить? Вот за счет свадеб нет деревни. Похорон, ковидных там хоронить в клубе. Конечно, надо урезать на 200 тысяч. Смысл еще? Куда тянуть-то? Они тем более на зарплату... Да не можете вы снять 200 тысяч, это не бюджетные деньги. Да надо на другой статье урежешь. Не бюджетные, ну смысл там что, похороны проводить в клубах? Чтобы выполнить платные услуги-то. Когда Бог раздал, ну, днем забудет.